Смотрите, вот так и все. Мы выиграли эту игру. Что там у вас? А, они зайти не могут. Так, ладно, давайте побегаем с Литпутом. Подожди, а если... Оп, язычком. Оп, съели. Всем привет, друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и у нас сегодня снова новый мод в Among Us. На этот раз в игру добавляется новая роль, Веном. Да-да, вы все правильно услышали, самый настоящий Веном. Его задача заключается в том, чтобы убить всех мирных игроков с помощью своего длинного языка. Или же можно просто отравлять игроков с помощью кислотной жижи. Также Веном может превращаться в других игроков и телепортироваться в вентиляцию. Мод очень крутой и, конечно же, как всегда, супер эксклюзивный, правда? Очень было тяжело достать его, но специально для вас у нас получилось это сделать. Буду благодарен вам, если поддержите этот ролик лайком и подписочкой на канал, ведь достать такое правда тяжело. Все, друзья, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Так, ребята, у нас новый мод, новый режим, среди нас есть Веном, да-да, поэтому я пока честно не знаю, что он умеет делать и кто он вообще такой и что он делает, но сейчас мы с вами все попутно разберем. Реально, туалет почистить? Серьезно, да? Вот этим я, ребята, люблю заниматься, вот это я понимаю, вот это хорошо. О, все, прочистили туалет, отлично. Так, я видел голландского, я видел урагана, голландский, ой... Ой, нет. Так, бриллиантик, рубин, бриллиантик, монетка. Ну-ка, погоди. А знаешь, что я сейчас пойду-ка проверю? Все живы, ну, удивление. Все живы, целы-здоровы. Так, что у нас там был? У нас был алмазик, рубин. Не такой, вот такой алмаз. О, все, задание выполнено, отлично. Не, там свет рубанули. Подожди, о, вот сюда. Так, подожди, кто-то умер. По-любому же кто-то умер, стопра. Да все живы, как так вообще? Не понимаю то. Ладно, погнали дальше задание выполнять. Нет. Это что сейчас было? Так, в эту нельзя наступать, жижу, по-любому нельзя. Джонни, так, ребят, предупреждаю, жижа, короче, снизу есть на электричестве. Справа труп сейчас. Она что, еще? Да. Это наша, это глич, это глич, это глич. Что, блядь? Где, ребята? Там вообще много людей бегало, типа, снизу. Там был Литпут, ураган, Аси, Джонни видел. Я могу сопроводительно сказать, что это не драгоня. А ты куда потом ушел? Я не стоял у лестницы, я подбежал. Это Литпут. Не, вот единственное, кстати, единственное, что могу сказать в защиту голландского, что он подбежал на задание, которое в два этапа выполняется, где нужно с одной стороны код запомнить, а с другой его ввести. И он подошел, он запомнил и подошел. Типа, с другой стороны, через время, поэтому я думаю, что голландский мирный. Я бы не стал фейковать. Это Литпут. Ребята, я просто там задание делал с этими дверьми все время. Так, ладно, нифига не понятно, как обычно. Но у нас пока что только один труп, и поэтому, ну, мало пока информации. Будем ее сейчас попутно собирать. Кто же предатель? О, давайте свет сгоняем, починим. Сейчас мы все сделаем. А, уже починили, да? Ну все, мне, кстати, осталось вообще немножко заданий выполнить. Давайте на камеру сгоняем, посмотрим, что там вообще. Опа! О, Насад, здорово! Так, а в чем там проблема там вообще наверху? Так, ураган, драга, тата. А чё они не могут ничего сделать? А чё они ничего не могут сделать-то? Вот, все, наконец-таки обезвредили. Так, а Джонни со мной стоит? Джонни ушел. О, кого убили? Нашел труп, вот эти, где всякие вот... Помнишь, короче, я задание делал, где нужны рычаги всякие? Вот, где... Да. Джонни, а ты когда убегал с камеры, ты куда побежал? Короче, я побежал направо вверх, и я, короче, знаешь что? Я когда смотрел на камерах, мне почему-то показалась одна очень странная вещь. Я открываю камеру и свайпаю ее. Я подумал, что я видел сначала, как выбегает голландский, и потом на этой же камере становится Литпут. То есть это один человек. Вот, либо мне показалось, либо это реально это случилось. Слева, это с левой стороны. Мне кажется, голландский выбегал, я пришел, потом Литпут забежал туда. Мы с голландским пошли чинить. Типа. Ну, по сути, вообще заданий осталось, ну, наверное, мало у всех. Правильно я понимаю? Так, ладно, ребят, окей, все просто. Давайте мы сейчас довыполняем все задания. И получается, что все. Ну, мне кажется, эта катка закончится просто тем, что мы выиграем ее по выполненным заданиям, и все. Опа, Литпута убили у нас, хе-хе. Блин, надо задание вообще по-хорошему реально выполнить так-то, да, все? Ну, тут немножко, мне одно осталось задание, блин, выполнить, и все. Ну, там это остальным еще та же задание, там надо какие-то... Ема! Так, у нас два трупа, сразу говорю, потому четыре, что... Да, сюда, четыре? Да,
Чего? Два трупа. Что, я бегал полраунда с ураганом, короче, и потом... Видел. Стаси пересекся, короче, я побежал дальше, у меня последнее задание так осталось, я ушел, а Аси побежали с ураганом в одну сторону. А ты не можешь, а ты не можешь взять в расчет то, что мы могли превратиться? Алло, я вообще сейчас в другой стороне карты. Где ты был? Я справа, справа. Где ящики? Аси, я на ящике. Ты пиздишь, нет. А почему я там тебя не видел сейчас? Я там пробегал сейчас, я тебя там не видел. Аси, я на ящике сейчас. Только что со мной был недавно. Нет тебя там. Давайте, окей, давайте начнем с Аси, если не он, то... Подожди, а если это кофе, который... Смотри. Я нашел сначала первый труп на датчике, я посмотрел, там сначала нашел литпута именно, что показывал, что он типа мертвый. Начал подниматься вверх в сторону кнопки, короче, там ураган прямо у лестницы валялся. Вот, у меня есть просто два подозрения. Либо это Ася, да, ну, судя по тому, что вы сказали, либо это Джонни. Все, у меня вот только такое. Потому что в предыдущем раунде, когда началось голосование, ты начал дальше топить за голландского, потому что на него топили в первом раунде. А я обелял голландского. Так, может быть, потому что я типа тебе выгодно выгонять кого-то на голосование таким образом. Мне осталось одно задание выполнить наверху. Блять. Короче, мне кажется, это Олег. А, понятно. Не, я, короче, вам отвечаю, это Джонни, смотрите. Если не Ася, сейчас 100% Джонни. 100%! Ребят, я вот уже читаю вот эти вот... Все, найс. Нормально. Найс. Молодцы, ребят. Я Веном! Вот это я понимаю! Ебо! Нифига себе! Так, а что я умею делать вообще? Скажите мне, пожалуйста, что я могу делать? Так, вент, камуфляж. Вот это что такое? Так, давайте просто посмотрим. Я стою на задании. Вот это что такое? Погоди. Вот это что такое? Ой, я зря нажал на это! Зря я на это нажал! О! А давайте мы... Мы сейчас как сделаем с вами? А чё не работает? Погоди. Так, ладно, давайте побегаем с литпутом. Подожди, а если... Оп! Язычком. Оп! Съели. Оп! Пятнышко оставили. И побежали. Драгоня бежит. Блядь, короче. Где убили? Сука, прям перед моим еблом убили, чтобы вы понимали, на камерах, блядь. Это Джонни. Что? Это Джонни. Ебанат? Понимаю. Ладно. Я на камерах стою, ебанат, блядь. Ну я просто видел, знаешь почему я так сказал? Потому что вы с Литпутом бежали, типа, вместе. И? А то есть ты здесь не топишь, Ася. А сейчас два Венома или один Веном, один Трэйк? Подожди, я а как не знаю, на камерах не стоял знаю. И не мог, короче, это мог не смотри, увидеть? Смотри, да я ладно, на дебила хотел поймать. Потому что я на камерах не вижу, блядь, свою камеру, пока не переключу на нее. Короче, я сейчас увидел одну хуйню. Угу. Сначала бежит Аси, а потом забегает глич. Теперь объясняй ты, нахуй, что это было. Какое золото? Стоп, какое золото? Аси пусть объясняет. Опа, стрелочка так метнулась туда. Что было? Сейчас пусть Аси объясняет. На камерах, когда я смотрел... Какое золото? Ты имеешь в виду, где манекен? Золото. Где кристалл? Где кристалл красный? Я на манекен нажал, на этот, надел красный колпак, очки и розовый топик. А что тут объяснить-то? Я говорю, что сначала бежит Аси, потом бежит Грич. Как это? Один человек двумя становится, блядь. Я ничего не понял. А типа он убежал из этого, что ли? Веном превратился в Грича. Бля, это Джонни, ребят. Нет, Джонни, это я был. Бля, это Джонни, ребят, чекайте. Что происходит вообще? Ребята, вообще, вы понимаете, что происходит или нет? Понимаю, нормально. То есть, смотрите, я могу своим язычком притягивать, получается, жертву к себе, да? Правильно я понимаю. И убивать ее таким образом, да? Вот и все. Так, а давайте мы сейчас кого-нибудь убьем и... А, так погоди! Я могу сейчас оставить вот эту жидкость, которая вот эта вот токсичная такая, которая убивает. Просто вот здесь вот. Смотрите, вот так... И все! Мы выиграли эту игру, получается, и все. 5-5, 5-5, 6. Давайте, я просто это вел. Там я это вел, Драгоне. Так что, может, я не знаю, что там происходит у них. Что там у вас? А, они зайти не могут! Они зайти туда не могут! Смотри!
Они просто зайти туда не могут, и все. Понимаете? Они ничего не сделают с этим. Они не могут туда зайти. Вот это я гений просто. Вот это я... О! Возможно, сдох. Ну, что? Короче, а почему? Лужа, в чем проблема у вас была там? Почему никто не мог... Там лужа, там лужа. Я все время сейчас на камерах стоял. Кстати, гениально. Все время на камерах стоял. Подожди, а голландский, получается, у нас герой, да? Который пожертвовал собой и... Да-да-да, голландский спрыгнул вниз. Голландский хорош. Герой. Спасибо, ребят. Спасибо. Посмертно. Знаешь, все стоят такой голландский. Я спасу вас, ребят. А я еще ему махаю, типа, не спускайся. А я решил налево перейти. Не прыгай! Я не говорил про левый кит, я говорю на камеру, что бежит Аси. Я имею в виду прошлый раунд. Я переключаю камеру и вижу, что бежишь ты. Короче, можете кинуть мне размен. Я сказал, типа, инфу, можете в размен мне кинуть. Мне кажется, это глич может быть легко. Ну ладно. Типа, в первом раунде ты мне не понравился, как за мной бегал. А ну, мы, я думал, блядь, мы, я думал, мы Джонни. Да, бля, я за тобой бегал и не убил тебя, думал. Хорошо, бля. Ну, ребят, по-моему, сейчас все складывается прям супер идеально. Разве нет вообще, а? Нам осталось двоих же убить, правильно я понимаю, да? Так, ну, Томми, пошли со мной побегаем немножко. Не хочешь со мной побегать, нет? Не хочешь? Ой, ураганчик. Так, давайте побегаем немного с ураганом хотя бы, да? А я могу, мне интересно, Да, я могу саботаж еще активировать. Это ж вообще крутяк. Ну. Так, что у нас там почти... Ты чё, Джонни? Ты, Джонни? А, ну хотя да. Вот так вот еще сделаем, и все. Они ж не зайдут. Они ж не зайдут. Но я хочу язычком своим убить кого-нибудь последнего. Можно, да? О, знатик. Ну, знатик, стой! Стой, там труп, там, видите? Там труп у нас. Знаете чё? Мы, короче, пройти не могли, потому что там пятно, и там труп был. Да. Да, давай Джонни сначала. Потом так, Олега. Так, смотрите, я говорю, что мы не могли пройти, там трубы... Я же два импостера. Не-не-не, меня должны были, типа, баланса вывести, пухать. Да, я за это боюсь, больше всего. Так, подожди, там, а как мы... А, кстати, как ты прошел? Она же сразу убивает, разве нет? Не сразу, нет. Я вообще не знал про это. Я думал, она сразу просто, как ты встаешь туда, убивает. Сразу? Нет, не сразу, у тебя проценты. Я вот поэтому, я удивился, что ты пробежал, я, типа, не знал, что делать в такой ситуации. В первой игре в самой, не понял. Стоял на месте. Так, ребят, вот сейчас фигня полная произошла вообще. Я нажимал на Q, ну то есть он просто, кнопка килла не работала, понимаете? Кнопка килла просто банально не работала вообще. Я же нажимал, почему у меня не работало это? Так, ладно, давайте мы сейчас... я понял походу. Я могу убить кого-то, только если моя жертва стоит на месте, понимаете? И все. Блин, ну фигня какая! Ну какая же фигня? Так. Все. Второй Олег. Почему? Я говорю потому еще раз. Вдвоем. Я говорю, я стоял там, потому что я не знал, что может, она не сразу убивает. Понимаешь? Типа, ты я думал... Ты кнопки подбегал, вряд ли он. Я не знал, я что она убивает нажал. Не сразу. Понимаешь? Я думал, если я сейчас стану на нее, я сразу умру, как типа с Халком было и так далее. И я не знал этого. Быстро проголосовал. Два носатых. Вам повезло, что вы два импостера. Я не предатель, господи. Я говорю еще раз. Окей, ладно, хорошо. Ну, окей. Ну не драга же. А почему? Джонни. Навести прицел на врага и кью на... Нет, смотри, в чем прикол. Смотри, не, смотри. Жертва должна на месте стоять, если она в движении, ты не может зацепиться за нее. Я наводился, я и мышкой, и кью нажимал, ничего вообще не работало, понимаешь? Короче, чтобы ты понимал, Олег, у меня одна секунда оставалась, чтобы ураган убивать. Let's go! Venom! Так, ну что ж, ребята, надо теперь 100% затащить эту катку, да? Учитывая, что я теперь один, мне ни в коем случае нельзя фейлить. Вообще никак. У меня есть тактика, у меня есть схема. Мы можем с вами сейчас просто фейковать и задание, устроить саботаж такой и просто поставить туда вот такую вот слизь, понимаете? И все. Так, здесь мы задание выполнили. Сейчас просто все грамотно с вами сделаем это 100%. Можешь сделать вот так, сделать вот так. Сделать вот так. И убегаем. Так, и давайте мы... Может, на камеры сгоняем, я не знаю. А, так саботаж делаем в натуре. Делаем саботаж. Все, побежали наверх к саботажику. Побежали. И погоди. О, все. Короче, там вот этот саботаж начался. И я прибегаю, там труп Джонни валяется прямо на кнопке. Там просто слизь вот эта, типа синяя, поняли? Ну, прямо у кнопки.
Вот. Заботажили у кнопки? Прямо у кнопки. Ну, прямо у кнопки. Не, не у кнопку общего сбора, а чтобы деактивировать саботаж. Вот. И там Джонни валяется. Ну, это Олег, ты делал. Если бы было больше таких. Ну, я делал это, когда был Веномом тогда. Джонни пожертвовал. Кто-то из-за этого механика. Ну, это скорее всего не глич. Ну, может, саморепорт от кофе быть. Я еще раз говорю, там прям слизь была. Он бы не стал. Кофе не стал бы. Да. Ты что, один голос кто-то дал в доме, так по приколу. Спасибо. Так, ну все, один труп у нас есть, это хорошо, это вообще прекрасно. Все, значит, действовать сейчас будем примерно по той же тактике. То есть мы просто будем оставлять эту слизь у какого-нибудь саботажа, и этого нам, по сути, должно хватать. Так, давайте мы сейчас как сделаем? Мы сейчас сделаем вот так. И сразу убегаем отсюда, и сразу отсюда уходим. Прыгаем в вентиляцию. Ну, давайте отсюда выйти. А что вот это такое? Вот что я, вот на какую кнопку я сейчас нажал? Вот я не, ну, типа, вент-камуфляж. Что это дает? Что это делает? Я вот этого не понимаю. На камерах постоим немного. Сделаем сейчас... А, вот сейчас саботажах мы не сделаем, да. Давайте мы сейчас зайдем, сделаем саботаж вот этот. И... А, ну да, все, теперь мы убегаем с камер просто. И идем, собственно, обратно туда. Давайте, да? Давайте сейчас так и сделаем. Ну, чисто будем убивать людей именно по такой тактике, понимаете, да? О! Нахуй ты за мной, блядь, бежишь? Я дебил! Опять клюнули? Такие утыкают, что не происходит ничего. Гаванский сейчас с собой случайно пожертвовал. Опять? На связи, там, да, разлили. Блин. И типа... Ну, смотри, я сейчас стоял на камерах, мимо меня пробегал Драго, я видел. Ну, вряд ли этот Дракоша, потому что он был на электрике, я стоял на камерах до того, как саботаж активировали. Вот, его активировали, я побежал к вам. А там, может быть, доме ураган... Я только что тебя видел, нет? Это... В архивах. Ася, это ты. Да? Тоже знак был, когда полотенце мы чинили, алло. Полотенце чинили. Слева находится, а справа находится. Я не чинил душевую, и ты не чинил душевую. Пожалуйста, запустите в паблик полотенце чинили. А мы сейчас Вася, что ли, топим, или что мы делаем? Я скип. Да, конечно, Вася, в кого еще? Я скип, но что-то у нас много жертв от этих плевков. Плевков. Мне кажется, вряд ли мог. Плевков. Я скипну. Я тоже скип, кстати. 103, а? Так, ладно, ребят, слушайте, ну тактика реально рабочая, согласитесь, да? Тактика реально рабочая. То есть это прям, ну, отлично пока что у меня получается делать. Так, давайте мы сейчас что сделаем? Во-первых, мы сейчас поставим эту слизь вот здесь вот на камерах. Все, на камерах к нам никто не встанет. Так, встаем сюда, выполняем задание. Выполняем задание. Вот как? Оп! Ой! Стой! Стой! Стой, блин! Минус Дракоша, я доме. Драка получается. Я на камерах стоял. Если он на камерах стоял, там яд разлит, так что это кофе. Нет, ну типа я рядом был. Нет, стой, погоди, я стоял на камерах сейчас. Рядом с ними. Что подбежал там яд? Если не кофе, то я рядом с ними стоял, вот просто но рядом с ними, типа не на них, но рядом. Вы не забывайте, что у Венома есть еще способность перевоплощаться в другого игрока. А если правда, то есть это не он. Ну, типа... Я видел, как кофе стоит и сосет, ну, да, в общем, кого-то. Сосет кого-то? Ну, чего? Да. Ну, в смысле, языком засасывает кого-то. А, ну, все, вот это. Включи. Как я ненавижу эти тайминги, ну чё за бред? Ну либо то, что уже ушел оттуда, чё ты вернулся, блин, а? Я решил вернуться проверить. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам, как всегда, конечно же, понравился. И вы поставили лайки, конечно же, подписались на канал. Все были ссылочки находятся в описании под этим роликом. Обязательно напишите свое мнение по поводу такого мода в комментарии. Будет интересно почитать. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока!